Здравствуйте. Да вам не команды. А что вы тут делаете? Ничего особенного. Господи, упаси вас. А где моя жена? Она сегодня на работе. Твоя жена. Она вроде бы на работе сегодня. Она вчера говорила в день. Только я не знаю, в день она. В день, наверное, скорее всего. Извините, Евгений. Блин, а что я о сырниках подумала? Надо, значит, попробовать сырники. Там что, снег за окном? Нет, у меня нет снега. Там вы уже сами разберетесь, горело или нет. Поджарите сами, как вам надо будет. Тизбитки нет. Я Россия, ваша любимая Россия. Там вы уже сами решите, кого жарить ты будешь. Привет, привет, спасибо. Спасибо, мама. Чечня на связи, привет. Жень, он же ничего плохого не написал, и вообще, в принципе, я ровно отношусь ко всему этому. Я не против их, ни за, ни вообще. Я спокойна. Бля, что, тормозить, что ли? Так что все, сырники отошли на второй план. Ой, блин. Да что мне сырники? Сырников захотела. Сейчас-то нормально. Да.
останется. Я, походу, сыр не хочу. Всем привет, кто заходит. Эй, малыш. Я сама сделаю, блин, пока не дойду. Жень, вы же видели же, да? Вживую же. Вы же виделись все вживую? Сашка, ты и Олеська, да? А, я думала, что вы все вместе встречались. Самым счастливым стать не поможу. Нет еще. И не увидитесь. Да, конечно. А, она ж в Питер полететь должна вот в конце месяца. Пойдете, погуляете, сводишь Олесю в это, как он называется, тербур сводишь, погуляешь. Кому хорошо, а? Как у меня? Жизнь прекрасна. Ем супер.